она на тебя вообще не реагирует. Я испугалась. Там еще вон две есть. Ой, мамочки. А что они все такие пугливые? Вон третью, значит. Она хотела съесть. Давай. Мне кажется, она сейчас тоже плывет к тебе. Слава богу, что не убежала далеко. Стремно как-то. Девочки, ну может быть во что-то поиграем? Скучно. Вот Валентина Ивановна нету и нечем заняться. Я не хочу. Мне лень. А нам и здесь хорошо. Мы здесь лягушек пугаем. О, вон, блин, вон еще. Понятно. Так и будем бездельничать. Скукота. О, Димон, привет! А куда ты идешь? О, привет! А я к соседу иду в карты играть. А вы что делаете? Слушай, Димка, а мы тут жаб ловим. Иди сюда, иди к нам. Кстати, знаешь, я за тобой скучала очень сильно. А нет, я за тобой тоже очень сильно скучал. Привет. Привет. Показывай, где там жаба. Вон там есть одна такая большая-большая. Я не вижу. Ну, ее посмотрите. Вон, смотри, вот такая. Ого, какая она огромная. Дима, зачем тебе эти жабы? Пошли лучше на качельки покатаемся. Настюх-то покатаемся еще. Анют, показывай, какую жабу тебе словить. Вон вот это вот. Нужны тебе эти лягушки. Ты знаешь, что от них бородавки выскакивают? Настя, никаких бородавок на руках не появляются. Это все полный бред. Ну, Дим, ну вот же, ну слови, она сейчас ускачет. Дай я словлю жабу. Где? Ну вот, под леском же она, ну лови ее. Да нет ее тут. Ну вот, вот есть она, вот, ну вот, голова вот, ее выглядывает. Это не жаба, это какая-то палка. Это жаба, лови, это палка. Ну поближе. Дима. Дима, тебе что, заняться нечем? Иди лучше на качельке покатайся. Спорим, что ты не умеешь крутиться, как я? Нужна ему твоя качелька. Он двумя лягушками занят. Ну вон же она, ну Дима, блин, ну слови. Я не могу ее словить. Вон, вон, Дим, посмотри, я не поняла. А ну ты где? Это? Нет, ну вот, Димочка, ну вон та. Ну смотри, ну, не да. Не достаю я до нее, не достаю. Дарина, ну вот это не вот, достаю, да. Я же тебе говорю, далеко она очень. Ну давай, ну ты же сильный, ты можешь ее оставить, ну вон же она. Дима, смотри, как я могу, спорим, что ты так не сможешь. Подожди, это вот это. Подожди, держи. Да я так смогу сто раз, еще лучше, Дим, чем подожди, ты. Подожди, а лягушки? Да подожди, твои лягушки. А ну слезай, давай, я хочу покататься. Ой, а ну. Ой-ой-ой, показывай. Смотри, как. Ну круче, да. Круче, чем ты, круче, чем да, ты. Да, согласна, ты очень круто делаешь, мне очень нравится. Лучше, чем я. Дим, 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 слушай, слушай, сползай, сползай. А ты можешь меня, пожалуйста, на качельку посадить? Ну давай, посадим. Сейчас, стой, 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 я ее распутаю. Да, Анька, походу, твоего жениха уже уводят. Не уводят, Дарина, никого. Давай я тебя подсажу. Да, давай. Стой, стой, стой. А теперь можешь покатать? Покатать, давай. Ой, Димка, ты такой сильный, такой крутой. Кстати, Димка, а ты знал, что ты мне уже очень давно нравишься? Что, правда? Да, ты мне очень сильно нравишься. В смысле нравишься? Ты вообще-то слова подбирай, он мой парень, ничего так страшного. Димочка, мы идем кататься на качелях к Насте. Дима, покатай меня еще, не пожалуйста. Не покатает он тебя еще. Лер, я еще приду. Не придешь ты. Опа, ботан, а где девочки? Я не знаю, наверное, на пирсе. Ну пошли. Пошли. Дим, Дим, а давай ты только со мной будешь гулять. Ай, ну почему только с тобой? Я хочу со всеми гулять, с Лерой. Дима, ну давай только со мной, я же тебя не вижу, я так за тобой скучаю. Ну ты эгоистка, только о себе и думаешь. Вообще-то это мой парень. Девочки, чего вы ругаетесь? А спорим, ты не сможешь меня поднять на руки. Дарина, я таких, как ты, могу целых две поднять. Дарина, заткнись и сиди там молча. Ой-ой-ой-ой-ой. А ты бы просто сразу сказал, что просто не можешь. Я же тебе говорил, что они здесь. Ой, Димон, блин. Димон, здорово. О, пацаны, привет. Влад, дай мне то, что ты жуешь. Ну, держи. О, это палочки. Понятно. Спасибо. Здорово, Димон. Здорово, пацаны. Привет. А что вы делаете? А что, не видно? На качельке катаемся. А вы что, приперлись? Ну, с вами погулять. Мы же команда. Будьте палочки. И никакая мы не команда. Вы лузеры. Валите отсюда, ва.
А почему-то мы лузеры, нормальные мы ребята. Ботан, такие как вы никому не интересны. Девочкам нравятся высокие, красивые блондины, как Дима. В смысле, всем нравится? Ну да, мне тоже. Дима мой. Все с вами понятно. Гуляйте сами. Пошли, ботан. Влад, дай еще палочку? Нет. Ну и лошара. Дима, Дим, а ты можешь меня покатать? А, если хочешь, я могу тебя покатать. Давай тебе покатать. Дима, ну. Анька, ты обернулся. Садись. Прыгивай давай. Катайся. Давай, я тебя буду катать. Ой. Катай меня. Стой. Слушай, Димка, а у тебя такие глаза красивые. И вообще ты такой красавчик. Лера, хватит его нахваливать. Он сам знает, какой он красивый. Девочки, чего вы ссоритесь? Я со всеми буду дружить. Лерка, у тебя тоже такие глаза красивые. Правда? Спасибо. А у тебя еще такая прическа классная. И ушки очень классные. И вообще ты вообще такой няшка-няшка. Ой, Анька, я бы тебе советовала присмотреть за Лерой, а то уведет она твоего Димона. Не уведет. Ты видела ее и меня. Вот поэтому и надо за ней присмотреть. Надоели, девочки. Мы не блондины, мы брюнетки. Слушай, я где-то у Валентины Ивановны видел краску. Она же как раз блондинка, можем у нее взять и покраситься. Так веди давай. А, давай, пошли. Пошли, пошли. Сразу меня девочки полюбят! Димка, тебе нравится, как я катаю? Хочешь, конечно, я могу тебя катать сильнее? Стоп. Дима сейчас меня будет катать. Нет, ведь ты что, не видишь, что я Дима катаю? Нет, сейчас ты больше его не будешь катать. Иди давай. Давай, давай. Димочка, давай сразу меня катать. Садись, давайте. Давай, сейчас он, подожди. Опа. Спасибо, Димочка. Давай. А у меня глаза красивые? Ну да, красивые. А прическа мне красивая? Красивая, красивая. Как у Бабы Яги. На себя посмотри, колхозница. А сережки мне классные? Ну, классные, классные. Ну и где она? Нам не быть блондинкой. Так, где-то здесь видел. А, в школе, в тумбочке. Так, нету, нету. А, вот она. А чем мешать будем? Зубной щеткой. Нормальная идея. Да. Сейчас красавцами будем. Пошли в беседку. О, давай. Вот, ты знаешь, как им пользоваться? По инструкции разберемся. Смотри, мне, чтобы мы были красавцы. Смотри. Дима, я красивая? Да, красивая. Не самая-самая красивая? Не самая-самая красивая. Самая-самая-самая-самая-самая красивая. Самая-самая-самая страшная. Как же она меня бесит. Ну что? Так, ну вроде бы все готово. Все, давай для меня красавчиком. Так, давай, сейчас давай. Надо аккуратно. Так. Там, давай быстрее. Так. Ну как, ну получается? Ну, вроде бы да. А ну, да. Давай теперь ты меня. Хорошо, давай. Так. Ну что там? Получается, все получается, ботан. О, крутяк. Блин, почему у нас такие мальчики низенькие? Да, согласна. Вот бы они были такими высокими, блондинами, накачанными, с голубыми глазами. Да даже не с голубыми, не высокие, не накачанные, а просто блондинами. Блондины и добрые. Вот это было вот вообще да, бы... Да, 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 было бы очень классно. Ну что, братан, я блондин уже? Ну да, ты уже посветлел. Ты тоже? Блин, красавчик, нас девочки да. полюбят. Нужно уже идти смывать. Ну все, погнали. Давай. Котейка, отпусти меня. Мне пора идти. Отпускай. Давай. Все, пошли давай. Давай. Блин, красавчиками.
Ну что, девчонки, блондинов заказывали? Да, заказывали. Какие вы красивые. Что, Анька, я теперь Димона круче? Анюта, я ж тебя катаю. Отстань, круче в 100 раз. Влад, я тебя люблю. В смысле? Забудь. Вообще-то он ко мне заигрывал. Да забудь тоже. Батоша, ты такой красивый. Девочки, а как же я? Вы же говорили, что я самый красивый, модный. Забудь, братан. В смысле? А я что же, больше никому не нужен? Нет, у нас теперь свои блондины. В смысле? Анюта, Анюта, пошли кататься. Иди, Дима, куда ты там шел? В трубы, да? Все, я с вами больше не дружу. Это классно, ладно.